Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет обзор на Фаберлик. Хотела другое видео снять, но так как я одела сюда сережки от Фаберлик, думаю, ну как, это же очень актуально снять про Фаберлик в Фаберлик, да? У меня новая кофточка, как вы видите, я уже о ней говорила. Помада у меня новая, я о ней буду говорить, еще Китай, это с Китая заказала, очень клево. Ну, короче, все буду показывать, но сейчас не об этом, сейчас у нас Фаберлик. И первое, о чем я хочу сказать, это о мерцающей запеченной пудре, которая сейчас у меня на лице. Я случайно даже прям так включаю, и мы с Леной прям даже в шоке от того, что какое-то лицо другое, все прям подходит. Вот посмотрите, у меня глаза не накрашены, у меня уже нарощены ресницы в Инстаграме, я вам давала информацию об этом. Вот смотрите, у меня глаза вообще не накрашены, просто припудренное лицо вот этой пудрой. Сейчас я ее покажу. Выглядит она вот так. Я когда прочитала на сайте, и там написано запеченная, мерцающая. Думаю, бля, кайф. Кайф, кайф. Все такая красивая, все переливается. Открываем. А там опа-на-це. Опа-на-це, красота какая. Слушайте, она реально, она может исхлять за хайлайтер, потому что она реально очень круто светится. Я сейчас вам нанесу. Вот, ну нет, она не так, конечно, как хайлайтер. У нее реально очень мягкое свечение. Именно для... Именно для пудры, понимаете? Я вообще, короче, довольна. Стоит она, вот я свою покупаю за 1000 рублей, Max Factor. Но она, конечно, немножко другую функцию несет, она больше замазывает. А здесь реально очень классное сияние. Ну, кстати, хрен его знает, если нужно что-то замазать. Может, она и замажет даже. Но она очень крутая. Прям вот хайлайтера на мне вообще нет. Это все она светится. Короче, я вообще довольна, честно. Вот именно этой... Очень круто. Ее везде можно нанести, то есть, если плотненько, да, как хайлайтер. А так и по всему лицу ее припудрила, притонировала, да, Лена? Лена говорит, тоже очень круто, ей понравилось. Вот, сережки, да, у меня с Фаберлик, это я в прошлом обзоре показывала. Если кто-то будет интересоваться и спрашивать, очень клево сюда тоже подходит. О чем я хотела сказать, я тоже вам в видео уже об этом говорила, что буду. Находка. 79 рублей, девочки. Бальзам. На лето вообще замечательно. Это с экстрактом медовой морожки, бальзам-кондиционер для поврежденных тусклых волос Bio Arctic. Он еще делает немножко холодок такой, знаете, для волос. Вот для лета это супер. Ну, конечно же, 79 рублей. Если я нашла находку, то она будет со мной. Так как я бальзамы, ну, люблю много наносить, вот самый прикол... Под водой. Я проверяю бальзам. То есть я должна смывать бальзам, и у меня волосы должны быть шелковистые. Мне должно с бальзамом, кондиционером очень легко расчесывать мои длинные волосы, потому что вообще они у меня такие путаются, очень круто. И бальзам был до этого один только, который мне нравился, и он стоил там тоже около 300 рублей, да? Ну, бюджетно, но тем не менее. А здесь, пожалуйста, 79 рублей. И я взяла еще вот здесь у меня с экстрактом полярного мака. Это тоже бальзам-кондиционер. Вот, да, два такие и два такие медовые морожки. Так что я вам рекомендую, девчонки, попробуйте. Вот это вообще тогда бюджетнее вообще не найти, наверное, да? 79 рублей бальзам. Конечно, я много набрала. Вот так вот, от счастья. Хочешь тебе, да? Ну, попробую. Вот, я Кристинке взяла один, чтобы она попробовала. Вот, себе два. Но если мама захочет, тоже я и маме дам. Короче, Кристине Лена вот возьмет. Это круто, а я в следующий раз себе их еще закажу. Дальше, что я еще взяла? Это Aqua Smart мицеллярный гель для снятия макияжа. Это, я вообще пользуюсь мицелляркой, я люблю мицеллярку, но вот гель мицеллярный я не пробовала еще, знаете. Ну, может, он даже и лучше как-то. Ну да, гель. Как гель. Пахнет, ой, какой приятный запах. Пахнет очень приятно. Ну, в общем, вот такой вот. Решила взять, попробовать. Новое поколение очищает от макияжа, освежающая текстура геля увлажняет лицо. Ну, мне кажется, что гель тоже очень круто, да, мицеллярка. Ну, кто пользуется мицелляркой, вообще мне нравится, казалось бы, думаю, мицеллярная вода, а смывает макияж. Я сначала офигела, я думаю, вода просто какая-то очищенная, снимает макияж. И я после этого только, ну, мицелляркой пользуюсь, мне очень нравится. Также в Фаберлик я заказала вот такую водостойкую тушь, потому что у нас скоро лето, и, конечно же,
не очень классно, когда, во-первых, жара, потеет лицо, да, и отпечатки остаются. Я на самом деле тушью водостойкой никогда не пользовалась. То есть я не знаю, но у меня ожидания такие, что я ей накрасила, и все, и в огонь, и в воду вместе с ней, и выхожу всегда красивая. Хотя сейчас я нарастила ресницы, и красить глаза вообще совершенно не собираюсь. Но, кстати, вот мои реснички покажу поближе вам. Вот, и как бы глаза я не собираюсь красить пока, ну, мало ли, вдруг я их сниму, вдруг, я не знаю. Но водостойкая тушь, мне кажется, хорошо. Во всяком случае, нижние, если реснички даже подкрашивать просто водостойкой, и не бояться, что она у меня размажется, правильно? Обычная черная тоже стоит совершенно недорого. Кстати, расскажите, кто пользуется тушами, которые не смываются водой, водостойкие, ну, нравится вам или нет, как, супер-пупер? Также я заказала консилер, самый светлый, у них всего два цвета, темный и светлый. Я заказала более светлый, и я уже говорила вам, что сейчас не им накрашено, у меня такой один есть, он уже заканчивается, и вот я купила второй. Он прям тон в тон, то есть он как раз для загоревших. То есть для меня он, когда я была не загоревшая, да, чуть-чуть посветлее, он был для меня прям тон в тон, как у меня BB-крем. Вот, а... сейчас он получается более светлее, и вот он как раз в самый раз. В общем, мне нравится вот этот вот корректор CC Face Concealer. Вот. Вот такой вот. От Faberlic. Что еще у нас тут? Да, еще я решила заказать пинцет. На самом деле пинцеты, такое дело, их должно быть 2 или 3, мне кажется, потому что они могут теряться, тупиться. Еще бывает, я воспользуюсь чем-нибудь и что-нибудь возьму, да сделаю этим пинцетом, от чего потом пинцет у меня не пинцетит, ничего не выщипывает. Короче, вот такой вот пинцетик обычненький, да, написано Faberlic с двух сторон. Вот такой вот пинцетик. Нужно попробовать им вообще-то что-нибудь щипануть. Как он будет щипать? Ну что, в принципе, пинцет и пинцет. Как он должен щипать? Должен хорошо щипать. А ну-ка, у меня есть. Ух ты! Классно! Как, Ленка, справляешься? Да пипец. Устала уже? Я тут решила пощипать бровки заодно. А у меня откуда столько энергии? У бабушек столько энергии. С детьми. В общем, пинцет зачет. Одобрям. Ну, в принципе, и все. В этот раз, что это мне такое положили? Минус Faberlic, минус 50%, летние скидки с 5 по 25 июня. Представляете? Это интересно по вот такому вот коду или это для всех? Используйте купон при заказе по каталогу Faberlic 5.06. Закажите на сумму от 999 рублей по каталогу 0.8. Получите купон на летние скидки на любой продукт. Блин, помада, кстати, липкая. Сколько я уже сижу с ней, она липкая. Надо было на гигиеничку попробовать. На гигиеничку или сверху? Сверху гигиеничкой. Сверху? Вернее, гигиеничкой, а потом помадой. Поняла? Угу, попробуем. Ну, вот это вот не кайф, конечно. Она красивая такая, но не кайф. Ладно. В общем, все, с купоном потом разберемся. Ну, все, в этот раз заказиков мало было с Faberlic. Да? Что? Но главное, что они все хорошие. То есть, то, что новое я взяла, это вот пинцетик и пудра, которую я теперь, я не знаю. Я надеюсь, она будет нескончаемая, как многие другие продукты, потому что... Она нескончаемая. Да? Она очень крутая. Запеченные вещи, они румяные, пудры, они очень тени, на 300 лет. Денька, ты что волнуешься? Да ты что? Ты что? Вот Леносик говорит, что запеченные вещи... Так и сказала, запеченные вещи. Ну, запеченные продукты. Да, запеченные. Да? Запеченные продукты, вот косметика говорит, они прям нескончаемые. Я очень рада, потому что реально, реально вот это одобряем. Мне кажется, что кто закажет себе, не пожалеет. Это очень крутая вещь. Вот, ну и, конечно же, бальзамы, это моя находка. Я еще буду говорить о них в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. И знаете, что хочу? Вообще какие-то вот видюшки делать. Вот скажите, интересно было бы вам или нет? Хотя это, наверное, надо спрашивать в Инстаграме.
То есть вот нашла находку, раз, такая, девчонки, смотрите, вот это супер, 79 рублей, да, вот чисто потому, что мне кайф, я когда нахожу что-то себе, мне кайф всех осчастливить, пусть все радуются жизни, потому что, как я уже говорила, наша жизнь состоит из маленьких мелочей и радостей, из маленьких радостей состоит наша вся жизнь. И все, а вот это я тоже уже брала. В общем, знаете, взяла в этот раз все, что я люблю постоянно, и то, что новое, и чем я безумно довольна. Так что в этот раз у меня вообще пришел супер-мега, стопроцентный одобрямс, как это назвать, заказ, вот. Поэтому я довольна и спешу с вами этим поделиться. Все, мои хорошие, готовлю для вас видео, потому что скоро уезжаю, готовлю для вас видео, сейчас сниму сразу несколько видео и для вас выложу, буду выкладывать каждый день, для того, чтобы пока я была в поездочке, вам было чем развлечь себя вместе со мной. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую и увидимся в следующем видео. Пока-пока.